Здравствуйте, меня зовут Марина. Я работаю и живу на острове Кижи. Сегодня я приглашаю вас на экскурсию по будням кижского гида. Ведь жизнь здесь ничуть не менее удивительна, чем наши всемирно известные памятники. Давайте вместе немножко полистаем мой музейный фотоальбом. Где еще девушке доведется самой смолить лодку, а потом возить на ней сено, или живую корову, или настоящего кузнеца? Причем далеко не только в хорошую погоду. На каком другом острове работник ездит по делам то на машине, то на снегоходе, то на воздушной подушке, то на велосипеде? Между прочим, велосезон на Киже может выглядеть и так тоже. Никто из моих знакомых по долгу службы не грузил уголь в туфлях на высоком каблуке и не бегал с настоящим олимпийским факелом в руках. Порой остров дарит столько возможностей, что хочется побыть во множественном числе. А еще гид может воспользоваться служебным положением и подняться на самый верх Преображенской церкви. Нам с вами повезло, ведь уже в следующем году реставрация закончится, леса разберут, и поглядеть отсюда на остров Кижи в ближайшие 300 лет уже не сможет никто, кроме чаек. Меня часто спрашивают, почему я именно здесь? Об уникальности нашего острова написано уже столько книг, что из них, наверное, можно построить вторую Преображенскую церковь, самое большое и сложное традиционное здание из дерева на планете. Но дух этого места нужно прочувствовать самому. Приезжайте на Кижи. Это чудо, которое должно быть в жизни каждого.